Hello, это Monarch Play, и мы продолжаем прохождение. Почему так странно? Ну ладно. Мы продолжаем прохождение четвертой части GTA. Мы, как всегда, сделали нелегкий выбор между братьями. И мой Роман портит отношения со мной. Ну ладно, что поделаешь. И я не знаю, как бы, что тут будет дальше. Потому что единственное, что нам осталось задание, это задание этого киллера. И больше заданий как бы нет. Ну, пока что, по крайней мере. Я не удивлюсь, что пока я доеду, мне кто-то никогда не свяжется. Например, мистер ОС газета. Но это не точно. Что за второе сообщение? Ник, я тут устроил одну штуку, которая тебе... Поток. Так, Ник, я тут устроил одну штуку, когда у тебя на хвосте будут следить мои друзья-копы, позвони мне, может, я что-нибудь придумаю, Фрэнсис. А, то есть он теперь помогать нам будет с копами, все понятно, хорошо. А что со сообщением от Романа? Жаль, что тебя здесь нет, брат, давай что-нибудь строим на днях, Роман. Ну, это вечно, когда выезжаем из тоннеля. Неужели реально даже эта задача становится обязательной? То есть я имею в виду, что я как-то рассчитывал, что киллер будет совершенно необязательными заданиями вообще. От слова совсем. Потому что, ну, как они вообще могут быть связаны с сюжетом? Оказывается, могут. Ну ладно, часть броника есть. В принципе, у меня задачи обычно достаточно простые. Хотя не факт, что в этот раз будет простая. Hook, line and snicker. Не знаю, что это означает. Когда-нибудь узнаю. Обязательно. Hey, is there anything you need done? I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. The target you're after is on a boat at the northern mouth of the West River. Take it out. Получится у нас, интересно, с берега его брать, как в свое время в GTA Vice City. Так, а где он? Сильно там в воде? Нет, вроде. Ну, ничего, из того, что у меня вроде есть ракетница, если мне не изменяет память. Заканчивая тем, что у меня кемпы достаточно для того, чтобы снять кого угодно почти на любом расстоянии. Ну, ключевое слово, кажется, такое почти. Странно, что они в GTA... Ну, это, видимо, мода такая на тот момент была между этими выборами. Добры и... доброй стороны и зла. Естественно, это как-то сюжет зависит вообще в концовке как-то. Там или нет. Первая цель, до которой так долго пришлось ехать. Знакомое место. Так, я вижу способ добраться до цели. А где он? Я отсюда, что ли, его не увижу? Это было реально супер просто. Вряд ли кто-то даже поймет, что так произошло. Удивительно, что со мной больше никто не связывается. Насколько у меня пройдена вся история? А, из-за меня не вижу. Так, сейчас прокручу. А, нифига я не увижу. Так, давай сделаем так. 54%, 55%. Ну, как бы, типа, половинка. Но я не знаю, насколько это учитывается. Что? Ну, поехали обратно к нему. Больше пока что заданий нет, поэтому ехать больше некуда особо.
оружие, не оружие, без разницы. Но только вот не столб, а? Ненавижу эти столбы, просто бессмертные. Руку чешет. Стоп, 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 поворачивай, нет. Ладно, могу струка чесался, мне левая, я левую вожу. Чем же будет загвоздка сейчас с последним заданием? Свинос стесца. Допустим, посмотрим, что сейчас будет, да и как. Какая там, давай, migration control. Контроль миграции, понятно. Это что, с кем надо разобраться? С братом, что ли? Like some work, brother. I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. Go to Alderney City. The target you require is on top of the Booth Tunnel. No problemo. No problemo. Мистер Хирург Ники разберется тут со всеми. О, ракетница, ничего себе. Достойно, достойно. Починили мне тачку? Нет. Класс. Не факт, что доберемся. Так, а где это? Ага, тут тоннели, понятно. Вот проблема, кстати, что он в тоннеле находится. Проблема в плане того, что проблема будет до него доехать. Так, вертолет. И что, это вся цель? Готово. Не стрелять по мне. Был вовремя, ты решил названный. Сейчас меня тут просто расстреляют. Очень вовремя он решил позвонить, конечно, по трубочке. Прямо это было гениально. Именно так, ладно, все, поехали, блин, мне колесо пробили. Ну зачем бы так? Ну, ребят, ну это же так нечестно. Ну да, ну да. Мелко я пойду погуляю, похожу просто пешкодравом. С пробитым колесом не так интересно кататься. Останьте, все равно останьте, когда я миссию возьму. Давай, до свидания. Ай, ну не туда, до свидания сделать. Блин, машина классная.
Если бы не полицейский, взял бы сейчас ее. Вы же отстанете, когда мы еще возьмем, да? Типа, смотри. Раз, все, пропали. Это, конечно, неинтересно немножко, но... А что? Ну, я все равно от них отстал. Рано или поздно. Поэтому wrap down. Я не знаю, что означает. Alright, brother, I'm in need of a job. There's a file for you, brother. A quick, smooth job like the last one is what we need. The target's over in the Actor Industrial Park. Make this quiet. Окей, сейчас посмотрим, что он там, броник не должен ждать, он, да? Броник и... Что-то новенькое. Нет, что-то старенькое, дешевое. Ракетница гораздо, кстати, была респектабельнее. Классная машина, классная машина, классная... Таямба. Да. Извините, ребята, мне некогда с вами возиться. Uno, dos, tres, cuatro, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Смотри, он буквально из-за угла вылез. Еще бы чуть-чуть, я бы уже был бы тут. Ну давайте. Стойте, а если вам ракетницу впульнуть? Ну так, ради прикола. Раз. Раз. Это было просто и просто. Это было гениально, я бы сказал. Чем за ними всеми там ездить? Окей, еще разочек. Сколько у него этих заданий? Или это совершенно по барабану? Просто ощущение, что их очень много у него. А что это они за мной охотятся? Когда это они начали за мной охотиться? Все, отлично, я спрятался. Не нужно мне мыть машину, это все равно не моя машина, какая разница? Мытая она или не мытая? Это было, конечно, опасно. Industrial action. I'm looking to earn some money, friend. I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. Завязанная фраза. You'll eliminate three targets at the refinery in the Actor Industrial Park. Просто рядовой киллер мы стали. Да, типа он даже тут тачку нам подгоняет. Да даже три. О, кемпа, неужели? Кемпа всегда полезна. Обидно такую машину бить. Что-то так вечно собираюсь, так нервно на это дело, в том плане, что как напрягаюсь, прям надо научиться как-то на расслабоне это все делать. Типа, расслабить легко, расслабить плечи, расслабить руки.
И легко, как перышко все это делать. Без особых запар. Сори. I'm sorry. I'm sorry. Для целей всех телохранителей. А если б я видел, где они вообще? Они где-то наверху. А ты видишь, как подняться? Я не вижу, как подняться. А, во. Здесь какая-то крутая лестница, давай пробуем. А, им на нужной высоте? А, вон подъем еще и был. Можно было на нужную высоту подняться. Так, ну один-то на нужный, но это неудобно. Надо спуститься и, короче, с вот этой вот ближайшей штуки взять это все. Ну только ты не умирай, пожалуйста. Так, еще есть вот эта штука, но она не в ту сторону смотрит. Ближе всего все-таки смотрит вот эта штука. Вот это да. Идеально. Хирург Нико сейчас выбежит эту заразу с тела города. Еще выше. Еще... А, ну, в принципе, достаточная высота. Встаем посерединке. Проглядываются вроде почти все. Вроде почти все проглядываются. Начинаем с верхнего. До свидания. 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 Да, ну нет. Где вы там ниже? Сильно вы ниже спустились? А, они убегают? Они что, серьезно убегают? Никаких убеганий мне. Ну ты восстановишься, нет? До свидания. Все, все? Да. Отлично, это было проще, чем я думал. It's done, brother. Right on, brother. I'll collect the funds. If you want more work, contact me on the hotline. Сколько у него работы этой? Просто сколько у него этой работы? Ладно, давай свяжемся с Романом, попробуем. Пока идем, чё бы нет. Просто узнаем, как у него дела. Или от татуэчек там что-то. Good to speak to you. I needed to talk to a friend. Why? What's wrong? I think it's my conscience. I don't know. Your conscience? Have you killed too many people, Nico? Perhaps. That man who I worked for, Ray Bocino. I was asked to kill him, and I did. He was a cockroach. Pest. But I don't know how long I can keep on dealing in death. Must be difficult, Nico. Maybe there is another path to take, a less violent one. I'll speak to you soon, okay? Просто попробовать покататься хочется. Ой, ну фигня, он очень такой какой-то обычный. Я ожидал от него чего-то большего. Кем еще мы можем связаться? Давай пробуем, посмотрим. Контакты. Белл, Брюси, Джерри, Дмитрий. Дмитрий мне ответит, интересно. Здравствуйте, вы позвонили Дмитрию и брат. Кто еще на там есть? Дмитрий, Кейт, малыш Джекоб, Мэлори, Паки. Мэлори, может, что-то ответит мне.
кто еще может быть? Паки, Роман. А Паки, интересно, скажет что-нибудь? Насчет того, что он знает же, наверное, что я брат его уложил. This is Patrick McCreary. I probably don't remember giving you my number or who you are. Так, сейчас я точку поставлю только на новую миссию. Так, кто еще у нас есть? У нас газета, Фрэнсис, Фиксер, Роман, Пегарина. Пегарина, интересно, что это? Тоже залег на дно? Окей, тогда я попробую еще раз Роману позвонить. Может, он что-то новое нам скажет. Окей, я хочу посмотреть, что там у Фрэнсиса. А, уход от полиции, все понятно. Паки есть, малыш Джейков, Дмитрий, Джерри, Брюси. Ладно, короче, понятно, никто не будет со мной связываться раньше, рано или поздно. Сами наберут. А пока что надо выполнить задание. Вот эти смертельные убийственные задания. Сделаем вот так. Естественно, много ли их там осталось? Просто у них у всех разные названия. Водяное заражение, что-то, что-то такое. Опасность, водяная опасность. I'd like some work, my friend. You got anything? I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. The target's on a boat trip in the canal between Tudor and Actor. Make sure they don't come back. Ясно, понятно. Так, о, можно так прям сделать, это классно. Что там от меня Брюси хочет? Ника, позвони, когда убьешь всех или когда вернешься от скачалки. А, ну понятно, да. Ну давай попробуем Брюси набрать, что он от меня хочет-то? Да, это ясно. Все, короче, с вами ясно. Все с вами ясно. Давай, давай. Раз. I baked the bread for you, my friend. You've done good, brother. Cleared a lot of files from my desk. Can't use you no more, though. A man loses taste for this kind of work after a time. I can't run that risk with a partner. I understand. This is not the time. Be cool, brother. Keep your senses alert, and you might make retirement. Not many in this game cross that line. Понятно. То есть вот они и закончили с ним миссии. А и куда мне дальше? Что мне делать дальше? Доктор Ника потерял смысл. Доктор Ника не знает, что делать ему дальше. Ну ладно, в принципе, я знаю, что мы можем сделать. Можем доехать до дома и засейвиться хотя бы для начала. Ожидаемо.
wouldn't have suited him to be jonesing when he died. There isn't any good way to go, though, is there? I guess not. Gerald got arrested, too. They got him in the office correctional facility. Don't worry, he's always being hauled in, but the charges don't stick. Come to Derek's funeral. It'd mean a lot to his family. It's today at the church in Suffolk. I'll stop by, man. I'll see you there. Ну, понятно, короче. Нам в любом случае, значит, домой нужно сначала заехать, потому что нам нужно переодеться. Не поеду же я, непонятно как выглядящий. Что Кейт от меня хочет? Hi, Nico. Hey, Kate. I'm sorry to hear about your brother. Yeah. I didn't really know Derek that well. I remember looking up to him as a kid. He had a dream back then. He was inspired. The Derek that came back to Liberty City was broken. He probably wanted to die. Yeah, it still has to be hard for you. It's hard for my mom. Fine to be there for her. Are you going to be at the funeral? Sure. I'll see you there, Kate. Goodbye. Я так понимаю, нас там нападут, скорее всего. Иначе просто в чем прикол такой сборки? Сейчас один, не волнуйтесь. Дайте мне просто доехать до дома. Показывает главное дом и эти. И всякие места. 8 патронов кемпы всего осталось. Что-то как-то маловато. Так, переодеться, отлично. Нет. А, у меня все костюмы сохранились. Не хочу этот костюм. Это тоже не хочу. Классика. Погиб кедах, ага. Ну ладно, в черных ботинках хорошо. Я бы на самом деле, скорее всего, сделал бы, знаешь как. Сейчас посмотрим, правда, просто где эта церковь. Где она? Далековастенько. Ну ладно, короче, мы сейчас доедем, но, скорее всего, я думаю, что нас с нами похороны мы участие примем, скорее всего, уже в следующей серии, потому что я не хочу начинать на конце серии, как с уведомлением выйдет. По-любому на похоронах какая-то мутка будет. Слушай, мне больше подойдет черная тачка. Я же на похороны еду. Алло. Алло, друг. Алло. Алло, помоги с тачкой. Спасибо. Я должен выглядеть соответствующе. Я же типа киллер, ё-моё. Пикман нашего времени. Потому что я не в костюме врача, я не знаю, что я не хирург, который вырезает прыщ на пятой точке этого города. Очередной прыщ. Хотелось бы поцелее доехать. Если получится, а что все стоят? Ну да. Я здесь уже не пролезу. Так, что там, что-то осталось? Сигнал, выезжающий из этого, из тоннеля, меня уже немножко задрал. Так, сколько там? На месте. Прыжок века. Но учитывая, что нам налево, это вообще просто бомба. Так, где похороны уже? Почти тут. Ладно, после поворота, короче, остановимся, запинаемся и попробуем пройти это дело все. Ну вот как-нибудь вот здесь вот встанем нормально. Так, что ж, тогда на сегодня мы закончим. Спасибо за просмотр, ставь лайки, пиши комментарии, вступай в группу в Дискорде, ВКонтакте, в Инстаграме, Телеграме. И, конечно же, подписывайся на канал и следи за продолжением. И также можешь посмотреть на ссылку в описании, у меня есть там второй канал, на нем тоже есть что-то происходит.
и можно тоже посмотреть. Пока-пока.